будущее Австралии в финтеч. На недавней конференции G20 в Висбадене, Германия, австралийский федеральный казначей Скотт Моррисон рассказал о том, как финансовый сектор движется в цифровое пространство. Моррисон отметил: «Очень важно, что мы все работаем вместе и создаем эту отрасль для удовлетворения потребностей потребителей». Рост финтеч является приоритетом для Австралии, так как казна создала инновационный хаб с целью оказания помощи финтеч-стартапам, которые работают с финансовыми регуляторами.